Thank you.
Taksi yerindedir mi? Yerindedir. Möhkem bağla. Bağladım. Al nişanı. Aldım. Nişan kartıyla gözle. Gözledim. Yakşı kızcım meşini almışsan mı? Almışım. Al karoğlu. Aldım. Şimdi harekete getir, takmağı getirdim. Thank you.
kəsən acək, arılab varam. Qıda kimi qıl açmətsən, qıda kimi qıl açmətsən, bax dağıram qılamış, şad bələyli qırtamın. Thank you.
будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире. Thank you.
пролете 34. Подавала туда, значит, бетон, 3 крана. И клали мне 95 бадей. Когда выверли, значит, бадю, и бетон, значит, и растоптали, я вижу, упала толь. Я, значит, пошла, подняла. Подняла, стала только оборачиваться обратной. Когда, значит, этот самый щиток протонул туда, за каркас. И туда меня, значит, утащил. Я сейчас, значит, хватилась за это, за лестницу. А рука моя и спрысает с лестницы. Это и все, значит, попугались. А там была, значит, гудронщица девочка. Сейчас кричала, этот подскочил кулик и меня, значит, подхватил. Вытащил меня, я уся в бетоне, мокрая, значит, вот я была там за каркас. Мокрая, в бетоне, это все лицо было, это самый гудроном меня руки попекло было. Значит, вытащили и наверх меня. Убадю наверх. Я пошла, значит, в сушилку. Ну, сушила там возле печки. Эта печка там была такая маленькая. Я обратно в бетон. Это самое сделали колодистое место. Досками забили. И опять стало 3 крана давать. И опять же на свое место и до смены, до 12 часов. И наградили меня за то, значит, орденом Ленина за выполнение, при выполнении планов. Сооружения гидростанции «Плотина» являются лучшим памятником великому строителю коммунизма, первому электрификатору Союза, товарищу Ленину. Мне 63 года. Я получил хлеба 916 пудов. Когда привозили мне хлеб, была митинга, торжественный праздник. Так как честные колхозники будут работать, как я работал, то же самое будут жить зажиточно. Женщину в колхозе большая сила. И женщину под пудом держать нельзя. Вот я председатель колхоза, колхоза имени Ленина. У нас у колхоза
3 женщин управления и 2 групповода. Мы ведем работу беспощадную, несмотря, что у нас нет мужчин. А я ж чувствую, куда я приехала, и что наши вожди говорят. И они все-таки золотые слова говорят. И надо записать, и надо в голову взять. И дома приехать, что надо рассказать. И хочется так и сделать, как вожди говорят. Хочется, что колхозец так поставить. А и думаешь, и сзади-то ты помнишь, но большевики не велят назад вертаться. Что трудности прошли, это не напоминай. А вперед шагать, думаешь, что так. А надо, как может быть, надо это пережить еще. Надо достигнуть еще. Надо уметь подойдить еще. Вот тут-то вот и вопрос. И ты это все в голову возьмешь, и невольно слезы пойдут.